Всем привет, с вами Gobzor.com. Тестируемый сегодня видеорегистратор будет интересен тем, кто работает на постоянной основе или подрабатывает в сервисах такси. Данная модель позволяет подстраховать себя от противоправных действий и провокаций стороны клиентов. Здесь у вас будет видеозапись, которая будет являться доказательством вашей невиновности, плюс сам факт фиксирования того, что происходит в салоне, выступает хорошей профилактикой для подобных действий. Эта модель Navitail RS2 Duo, доступен он за 8000 рублей. Его комплект включает зарядное устройство, крепление на лобовое стекло, USB кабель, код для активации Navitail Navigator на Android, сменную пластину с двухсторонним скотчем, руководство пользователя, гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением устройства, где вся информация на русском языке. Для крепления на лобовом стекле используется магнитная площадка со сквозной подачей питания, применяется 3M скотч. Состоит крепежный элемент из двух пластин, соединенных при помощи шарнира, позволяющего менять угол наклона видеорегистратора. Устройство соединяется при помощи магнитов, съем и установка тут быстрые. А кабель питания подключается в основание крепежа, соответственно, в салоне автомобиля сможете организовать скрытый монтаж. Длина кабеля позволяет это сделать. Выполнен Navitail RS2 Duo в компактном корпусе, установленном на лобовом стекле, не привлекает к себе внимания и не ограничивает обзор. На лицевую сторону направлена одна из двух камер, угол обзора 136 градусов, оптическая схема собрана из стеклянных линз. Вторая камера направлена в салон автомобиля, угол обзора 143 градуса. Захватывает весь салон, включая задний ряд сидений. Над блоком камеры выведен инфракрасный блок, здесь инфракрасные диоды стоят, они активируются автоматически при слабом уровне освещения в салоне. И так сохраняется информативность и при эксплуатации во время движения ночью. Контролировать съемку с двух камер и взаимодействие с интерфейсом можно через цветной дисплей, направленный в сторону водителя. Запись устройства ведет на карту памяти формат microSD. Мы ввели тесты с карты памяти объемом 128 ГБ. Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. В комплекте есть подробная инструкция с описанием ключевых сценариев. Меню на русском языке, ведется управление параметрами видеосъемки, общие настройки системы есть. Построена данная модель на базе платформы, это Novatek NTK96675. В двух камерах сразу используется высокочувствительная матрица Sony Starvis Night Vision, то есть экономить на второй камере не стали. И как результат, хорошая детализация на двух каналах. Ну, конечно же, финальные выводы делать вам. Здесь мы приводим пример видеозаписи. По ссылке есть в полном тайминге, и там же в комментариях вы можете отписать. Мы всегда публикуем исходники по запросу и по необходимости. Подводя итоги, данная модель – это видеорегистратор с двухканальной съемкой. В первую очередь можно рассматривать для тех, кто работает, подрабатывает в такси. Также для служебного транспорта, где требуется контроль действия персонала, сотрудников. Здесь есть магнитное крепление, высокая резкость снимаемых видео, корректная и правильная интеграция второй камеры, она не выступает, не увеличивает габариты корпуса, есть инфракрасная подсветка, есть подробные настройки, есть возможность скрытого монтажа и поддержит еще емкие карты памяти. С удовольствием обсудим с вами Navitail RS2 Duo, лайк, подписка приветствуется, пока-пока.